Дыши! Парень! Давай, дыши! Совсем жить не хочешь? Так тяжело рождался, ну... Давай! Ждем и динамист люблю. Молодец. Место. Ну что, друзья, у нас хорошие новости. Пока я спал, начались роды. И Ульяна уже приняла первого щенка. Ульяна, мальчик, девочка? Мальчик. Родился вот такой мальчик, похоже, шоколадного окраса, с белой точечкой на голове. Так что ждем следующего щенка. Чего ты не пищишь, мне не нравится? Чего ты не пищишь? Ну-ка, что пищит? Что такое? Что за дичь, которая не пищит? Вот так, ищи, там. Давай, раскискивайся. Че, ребенок? Не знаешь? Че, ребенок? Идем дальше. Короче говоря, Яна сейчас рассказала подробности рождения первого щенка. Все прошло очень негладко. Он, короче говоря, застрял, смогла его вытащить. Говорит, что засунула руку в петлю и доставала каким-то специальным способом. Поэтому щенок вот теперь здесь. Теперь надеемся, что первый проторил дорожку, и остальные пойдут как по маслу. Ян, не поделишься своими впечатлениями от того, как ты вытаскивала его? Короче, у Яны сейчас нервное напряжение, поэтому она будет мало всего рассказывать на камеру, она совсем не хочет. Яна еще сутки не спала? Она еще не спала, но всю ночь собака была с ней, начала дышать где-то с 4 утра. С трех утра начала дышать. И вот они сейчас пришли сюда уже к утру. Я даже не успел Яну меня позвать. Уже первый щенок родился, я прибежал, когда он уже родился. Спать меньше надо. Ну, я сплю, потому что мне с ними... Сейчас ты родишь, а если ехать куда-то срочно? Я должен быть в форме. Поэтому я спал. Ты чуть-чуть там выглядываешь. Никого больше не видно. Короче, я ходил, гулял с собаками. Прихожу, еще один мальчик родился. Посмотрите, какой. Соболек?
Голубой соболек. Может, соболек. Mm-hmm. Хотя хрен его знает, может, это вообще голубой. Пока сложно сказать. Может, и есть голубой. Что плохо, пока дышишь. Давай, 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 раздыхайся, раздыхайся. Давай, давай, давай. Хорошо вышел? Вообще вылетел со свистом. Вау, ну наконец-то. Первый щенок проделал трудную дорогу, а второй пошел уже легче. Будем надеяться, что и дальше будет так. Дай бог. У нас две одинаковые. Да. Чего так вот этот тяжело шел? Все, полотенце в стирку. И тут мы все. Какой получается я на интервал между щенками? Ой, я даже не засекала. Частный? Молодец, Блюбер. Продолжай в том же духе. Итак, у нас уже два щенка. Ян, пока из 13 рожденных у нас щенков родилось 11 мальчиков. Что это за напасти? Из 13 за это время, за эту осень. Это точно. Давай, вызови. Идти у своих. Че, твое признаешь? Вроде признала, начала уже нюхать, вылизывать. По-моему, у нас летит еще один щенок, Яна говорит. Давайте я сейчас не буду никуда уходить, будем наблюдать вместе, что происходит. Третьего вместе с вами примем. Что ты там, никто полез-то? Вот здесь же сиськи. Давай. Вот, смотри, сиська, да. Соси, мальчика вот здесь. Не хочешь пока? Еще пока не хочешь. Ну-ка. Короче говоря, мы ждем третьего. Эти щенки, которые есть. Нет, щенки я стимулирую, они отвлекают. Давай. Кушай. Что там? Тихо, там все вроде свободно. Давай еще. Давай, почти хорошо. Давай, тушь. Опа.
Дыши! Синя ушла. Открывай. Дыши! Давай.